Всем доброго времени суток. Я нахожусь на Театральной площади в городе Ростове-на-Дону. Сегодня 24 июня 2022 года. И буквально скоро начнется мероприятие, посвященное дате, Дню Победы, а именно Параду Победы, который был в 1945 году. Победу над немецко-фашистскими войсками. И здесь, на Театральной площади, расположена вот такая экспозиция рисунков детей глазами, Донбасс в огне глазами детей. И вот обратите внимание, вот такие рисунки нарисовали дети. Вот такой рисунок. Самолеты. Это, конечно, противоестественно, чтобы дети в наше время вот подобные рисунки делали, но тем не менее такие рисунки есть. Это, конечно, ужасно, но живем в такое время, когда вот видите, да, солдат российский освобождает детей из подвала. Вот такой вот рисунок нарисован. Здесь вот видите, авиация ВСУ бомбит школу. Это вот ребенок 7 лет. Вот видите, да? Город Красный Луч, Луганская область. Здесь вот образ солнца. Видите, да, вот образ. Здесь что? Вот фашистский танк даже, вот видите, да, это ребенок нарисовал с украинским флагом. Город Торез. Я хочу жить. Вот видите, да? Это не придумано, это действительно так и есть. Вот далее, видите, вот ураганы стреляют. Вот ребенок нарисовал, да? По церкви, город Луганск. И домам вот в огне все это происходит. Вот еще один сюжет хотел бы вам показать. Конечно, страшно, рисунок, вот непонятно что, Ваня 5 лет, Горловка. Ну, вот какие-то сущности, несущие смерть в себе. Танки стреляют, танки светят. А, танк, да? За космос, скорее всего. Да, а, точно, это танки, да, вот видите, да, это... Танки стреляют, просто в здание. Силуэт танка. А вот здесь вот демон нарисован, вот смотрите, да, вот такой вот черт, то есть непонятная сущность, бес это или... вот видите, с рогами, который несет смерть. Это город тоже Торез, Донецкая область. Антон 4,5 года. Вот так, такие вот у него мысли возникают. То есть дьявол какой-то, да, вот, который несет горе, смерть. Вот такой еще рисунок присутствует. Ужасно, конечно, видеть подобное. И вот фотография Аллея Ангелов, памяти погибших детей Донбасса. Ну вот дети, которые в подвале сидят, вот посмотрите на их лица. Ужасно. Вот видите, журналисты здесь, блогеры. Это стела наша в Ростове-на-Дону.